Мариш? Да, Нелли помогает. Спасибо. Классно. Мариш, ты сказала, у тебя большие перемены. Мне бы хотелось услышать, какие у тебя большие перемены, что произошло вообще у тебя. Интересно. Даже если это в сознании, в духовности, неважно, потому что оттуда все начинается. Эти большие перемены, они изнутри сначала происходят. Расскажешь, Мариш? Ну да, немножко расскажу. Ну давай. У меня как сегодня? Сегодня нет. Нет, окей. Ладно, ставим твою фотографию. У меня, как сказать... вот такие же проблемы, как вот Артур даже рассказывает, да, и я просто, как бы сказать, могу быстро переключаться, научилась, да, что вот как ты говоришь, уходить в тайную комнату и молиться, да, и опять, чтобы этот... эта сила опять приходила, эта уверенность, что мы царские дети, да, а то это часто мы это теряем, да, у нас это, как сказать, уходит, да. Классно. И вот эта концентрация, да, что растет у меня тогда, что я начинаю концентрироваться на то, что я хочу, да. Молодец. Вот это то, что я чувствую в себе в этом смысле большие изменения, а то я раньше, как бы сказать, опять же концентрировалась на то, что вот рейхнинг такой большой, как его платить, и у меня денег нет, и вот такое, да. Да. А мы концентрируемся, что мы царские дети, у нас все есть, у нас больше, чем, да, чем мы думаем даже, да, и вот в этом, да, вот то, что ты сегодня так много опять это говорила об этом, да. Мне кажется, это вообще надо каждый день об этом говорить себе, чтобы мы правда верили, да, что мы царские дети, а то мы думаем, что мы простые люди, да, как все остальные. Да. Да, класс, вот класс. И чувствую также все равно вот этот тогда, как бы сказать, эрфольг, да, он идет потом сам по себе, да. Класс, молодец. Это то, о чем Господь просит нас, ну, от всего сердца. Концентрируйтесь на мою славу, концентрируйтесь на то, что я сказал в своем слове. Не концентрируйтесь на свои счета, на свои проблемы, на свои неприятности. И начинайте говорить правильные вещи. Иисус.